книгу мира без войн, без насилия, без ядерного оружия уже вписаны первые строчки. Это подтвердила завершившаяся в Москве советско-американская встреча на высшем уровне. Что думают о ней у нас в стране и за рубежом? Вы знаете, по-моему, встреча была очень интересной. И, переговоры прошли на очень высоком уровне. А лично вы связывали какие-нибудь надежды с московской встречей? Ну, безусловно. Хотелось бы, чтобы диалог продолжался. Во-первых, две великие страны, и это очень, интересно и для, с точки зрения государственной, и с точки зрения народной. Интересно, чтобы развивались эти отношения. Вот. И, во-вторых, сдерживание гонки вооружений. Очень важно, чтобы гонка была заторможена, чтобы были найдены новые механизмы регулирования этого процесса. Я полагаю, что это очень важный визит, если не сказать, что это исторический визит. Это не громкие слова, на мой взгляд. Это новая стадия в наших отношениях между Востоком и Западом вообще и между США и СССР в частности. А вы не разочарованы тем, что в ходе визита не удалось достичь какого-то прорыва в области стратегических наступательных вооружений? Это было бы хорошо, если бы это было так, но если это еще не так, то это не беда, мне кажется. Важно не только подписывать документы, но важно просто встречаться лидером двух великих держав. Скажите, а вот в ходе этого визита изменилось лично ваше представление о президенте Соединенных Штатов? Пожалуй, да, и к лучшему. В каких областях, по-вашему, сегодня особенно важно расширять сотрудничество между двумя нашими странами? Я думаю, будет полезно расширять сотрудничество во всех областях. В экономике, вот, прежде всего, я думаю, в гуманитарных отношениях и в контактах между людьми. Особенно хотелось бы, чтобы развивались контакты в области культуры. Мне понравилось, как наши люди реагировали на встречу с Рейганом. Доброжелательно, как говорится, все прощающие и понимающие, вот честно вам скажу. Когда американский космонавт впервые ступил на лунную поверхность, он сказал так: маленький шаг одного человека, но большой шаг для всего человечества. Приезд президента Рейгана в Советский Союз был равным для него все равно, что ступить на поверхность Луны, потому что он совсем не знал нашу страну и имел о ней, конечно, представление во многом далекие от реальности. Но он сделал этот шаг, и этот шаг был сделан двумя лидерами двух крупнейших государств. И если рассматривать все проблемы разоружения, то это, конечно, еще маленький шаг, но шаг очень важный. Этот маленький шаг – это большой шаг для всего человечества. Владимир Николаевич, только что завершился визит Рейгана в Москву, завершились переговоры. Вы, конечно, следили за ходом их. Мы не только следили за ходом этого визита, мы в своем коллективе обсуждали. Это ведут переговоры не два руководителя, это ведут переговоры именно два народа. Два великих народа. Здесь участвуют и ученые, и врачи, и культурные деятели. Я был делегатом 27-го съезда партии, где разрабатывалась программа мира. И вот сейчас, прошло 2.5 года, мы ощутили результаты той программы, того труда, сокращен целый класс ракет. Разрабатывается новое положение сокращения различных видов ядерного химического оружия. В общем, работа предстоит очень и очень много и очень трудной работы. И все это, вся эта работа будет возможна только в условиях мира. И вот этот визит показывает, что все условия для успешной завершения перестройки создаются, проводится работа. И, в общем, это вызывает большую гордость за нашу родину, за наш народ. Сегодня в Лондон с краткосрочным визитом по пути из Москвы в Вашингтон прибыл президент США Рейган.